компании «Финвал». Ведущий поставщик промышленного оборудования и инжиниринговых решений для российских предприятий провела День машиностроителей Тайваня в России в своем Центре технологий машиностроения в Москве. Приняли участие представители Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, депутаты Государственной Думы, эксперты отраслевых объединений, представители научного общества. В демонстрационном центре технологии машиностроения группы компаний «Финвал» было продемонстрировано новейшее тайваньское оборудование. Участники обсудили вопросы сотрудничества Тайваня с российскими предприятиями, особенности предлагаемых технологических решений, взаимодействие регионов России с тайваньскими предприятиями. Мероприятие позволило специалистам обеих стран обсудить насущные вопросы тайваньско-российского партнерства и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества. По мнению Чэнь Цзюньсянь, главы представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, тайваньские производители рассматривают российский рынок как приоритетный. Совместная работа с российскими производителями показала востребованность технологий и оборудования в разных отраслях промышленности, в особенности в автомобилестроении и производстве комплектующих. Встреча стала важным шагом в развитии полноценного сотрудничества между Россией и Тайванем в промышленной области. В ходе мероприятия Владимир Сметана, председатель комиссии по развитию инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей России, вице-президент по стратегическому развитию группы компании «Финвал», отметил значимость использования передовых технологий, в том числе тайваньских, в развитии российской промышленности. Евгений Шулепов, глава города Вологды, и Дмитрий Ломовцев, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, рассказали о производственных возможностях в танкостроении и машиностроении в их регионах, о перспективах по привлечению тайваньских производителей для развития экономики российских регионов.